Сегодняшний выпуск «Достояние республики» посвящен Григорию Лепсу. Друзья и коллеги исполняют лучшие песни артиста. И прямо сейчас на сцене Сергей Лазарев. Где-то там за окном ходит зима, сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума, и опять не уснуть в доме пустом. Саваном белым вьюга дом мой укрой, где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Где-то там в тишине ходит февраль, ему, как и мне, сон не найти. Где-то там вдалеке никогда ты не поймешь, где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Блестящее исполнение. Серега, да. Можно позавидовать. Слышал? Слышал, что сказал Бэтмен? Уже завидую. Очень сложно перепевать Лепса. Хотя, в общем-то, очень народный, любимый исполнитель. Но все равно всегда нужно с большой долей уважения петь песни, которые известны не в твоем исполнении. Безусловно. Вот. Но я постарался.